местах, как казалось во многом знакомых, мы отыщем когда-то запрятанный клад. У меня в глазах лишь блики слов, жажда неба и страниц книги. А он не смог убить Дантеса! Дантес же выстрелил в него! Из жалости или из-за стресса? Дайте нам стаканы. Знаю способ старый, в горе дуть винище, но смотрите, из выплывает Red и White Star с ворохом разнообразных. Но в такой обстановке я никогда не слышал. Я считаю, что мы прям популяризируем классное. Конечно, нужно дальше распространять это движение. И я повторю, что я буду всячески способствовать этому. Очень волнительно, очень круто, супер. Спасибо большое, ваше мероприятие замечательно. Я как давний участник «Питер читает», могу в полной мере оценить. Очень необычное место, конечно. Я думаю, мы добавили интеллектуального уровня этому бару. Безусловно, полезно для Санкт-Петербурга. Это мой любимый город, хотя живу я из Выборга. И каждый раз приезжаю с удовольствием на читать.